Вы смотрите отзыв об отеле Park Hotel силами. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Пална, который был в нем в 2008 году. Отдыхали с мужем в этом отеле с 19 сентября по 3 октября 2008 года. У Натали Турс мы брали только наземное обслуживание, а вылетали из Питера от другой фирмы. У нас был индивидуальный трансфер. Встретили, привезли в отель, заселили все очень быстро. Отель находится в поселке Литаяне. От центра поселка до отеля минут 15 ходьбы. Отель стоит прямо у моря. Когда были волны побольше, лежаки подняли на специально сделанные платформы и мы с лестницы ступали прямо в море. Вход в море песчано-галечный, потом идет крупная круглая галька. Много розовой гальки в море. Очень красиво смотрится розовая галька на темном песке. Лежаков всегда хватало и на море, и у бассейна. Бассейн средних размеров, глубина от 1 до 3 метров. Есть доска для ныряния. Водичка всегда чистая. Всю ночь его чистит луноходик. Отель на 48 номеров. 36 из них с видом на море. Вид отличный. Справа на горе Таормина, до нее где-то 4-5 километров. Прямо море, слева материковая Италия. Вечером и ночью все сверкает огнями и проходящие в это время по морю корабли тоже. Отельчик четвертыхэтажный. На первом этаже ресепшн, бар, терраса, ресторан, а на остальных этажах номера. Каждый этаж разного цвета, голубой, розовый и зеленый. Мы жили на втором этаже голубого цвета. Есть лифт. Номер хороший, большой с двумя кроватями, тумбочками по бокам, светильниками, кондиционером. Стена со шкафами, в одном из них сейф бесплатный, ключи брать на ресепшене, стол с телевизором, маленьким пустым холодильником, которым мы пользовались тоже бесплатно. Еще два мягких полукресла, зеркало на стене, в маленькой прихожей подставка под чемодан и вешалка на стене. В ванной комнате раковина, биде, унитаз и душевая кабина. Кабина у нас была с гидромассажом, шампунь, мыло, шапочки присутствовали. Как только мы вошли в номер, нам сразу принесли полотенце для пляжа, что было очень кстати. Сразу пошли купаться. Вода в море была 24 градуса, а в бассейне 23, сама лично меряла термометром, который висел возле спасателя. На пляже всегда дежурил спасатель. В баре сделали заказ, нам его принесли в номер, за доставку 5 евро, и на шикарной террасе, где есть столик. Три стула мы отмечали начало нашего отпуска, время от времени спускаясь к морю поплавать. На другой день немного похолодало, по нашей просьбе нам дали белые махровые халаты, которые дают по просьбе. Мы брали полупансион. На завтрак были омлет, глазунья, яйца вареные, сосиски, 4 вида колбас, включая пармскую ветчину. Почти всегда была моцарелла. Фрукты, йогурты, соки натуральные в стеклянных бутылках, всякие джемы, мед, свежие круассаны, разные чаи в пакетиках. Кофе был невкусный на завтраке. Шикарный кофе был в баре. Ужин был из двух блюд по меню на выбор, плюс овощной шведский стол. На десерт был всегда кусочек пирога или тортика. В общем, было вкусно, мы наедались до отвала. Напитки за ужином оплачиваются отдельно, недопитую бутылку вина можно оставить на следующий ужин. Десерт брали только первые дни, потом отказывались. Обслуживание в ресторане очень хорошее, все быстро подавалось, с улыбочкой. Меню на русском языке. Заказ на ужин делается утром. Можно менять ужин на обед. Об этом предупреждать утром. Обедать часто ходили в Литаяне, иногда перекусывали на террасе, когда было лень идти. В Литаяне много разных кафешек, обедали в нескольких. Брали в основном морепродукты. Салат из морепродуктов, большая тарелка, стоил от 8,5 до 10 евро. Вино белое домашнее от 4 до 8 евро за графин 0,5 литра. За две недели несколько раз приезжала к нам в отель представитель Натали Тур Наташа. Классный гид. Все нам объясняло, как самим куда-то доехать, какое вино, масло покупать. Очень понравилось отношение персонала отеля. Все вежливо, достойно. Все расскажут, где остановка, дадут расписание до Таормины, до катания. Остановка до Таормины метрах в 100 от отеля. Ездили сами несколько раз. Сами ездили в Костельмолу, городок на скале. В Таормине на той же остановке, куда приезжаете из отеля, отправляется автобус в Костельмолу. Билеты покупаете у водителя. Самостоятельно ездили два раза в катанию на электричке. Станция находится в Литаяне от нашего отеля минут 20 пешком. С гидом Наташей ездили на экскурсию на этное ущелье Алькантара. Экскурсия очень понравилась. Наталья великолепно ведет экскурсию. Весь автобус были наши русские туристы. Все веселые, взаимовежливые, все было здорово. Мы хотели отдохнуть без суеты и шума, это нам удалось. В отеле в основном иностранцы, все тихие, спокойные. Все разговаривают тихо в полголоса. Анимации нет. Это отель релакс. Деток не было, только дня 4 была семья из Австралии с 7-месячным малышом, но он не плакал, только улыбался. Минус поставила только за плохие матрацы в нашем номере. Очень мягкие, у меня проблемы со спиной.
Ездим отдыхать постоянно, такие матрасы попались впервые. Насчет замены номера не говорили, может в других номерах лучше, не знаю. Очень понравилась Сицилия, люди. Много чего еще не увидели, будет повод еще раз приехать. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.